засады. А защитники Дмитрий Космачев, номер 6, и Яне Нискова, номер 28. Всех трех матчах, в принципе, складывалась по началу встречи неплохая ситуация для команды Густавсона. Первая атака на ворота Андрея Мезина. Ну, в общем, 3 победы из 4, уступив только Акбарсу в гостях. Последний свой матч проводили дома. Причем не является первым вроде, хотя по результату, безусловно, первым. Все-таки Пивко, Лайне и Иргал чаще всего в заявке значится как первый. Ой, добивание! Как же так? Какой шанс? Ну, браво, брависсимо, Андрей Мезин. Кто там? Давайте еще раз на повторе. Ну да, неудобно было, конечно. Не менее 0-0. Самый активный в составе хозяев Бранко Радивович. 4 броска. Вот какая потеря в средней зоне. Выход 2-1. И шайба в воротах. Атланта уже на первой минуте. Ошибка. Нелепая, грубая ошибка. На арене Мытищ. Вот такой рикошет случился. И дотянулся опять в шпагате Константин Барунин. Но уже находясь на 5-й точке, ничего не смог он сделать с добиванием. Он сначала даже не попал по шайбе. Тим Лайне. Хорошая длинная передача. Бросок. Обшук подградский и звено либеро Пивка. Мезин, добивание и 1-1. Атланты. Каблуков. Илья Каблуков. Вот смотрите, как он выцарапывает шайбу из-под щитков Андрея Мищенцев. 40 секунд еще играть в большинстве гостям. Ой! Так, куда делать шайбу? Ну что, давайте посмотрим. Вот первый бросок. Корса не удалось сыграть на добивании, но успел он сделать передачу на Лингли. И же и Корса, и плывет борьбу в углу зоны минчан. Да, Андрей Стась. Но столкновение Жердева и Каралакти. Ну, я думаю, что... Жердев, Радивович. Ну, сейчас увидим. Вот 92 номер против 92 номера. Ну, видите, тут как тут к Тиму Лайне-то вопросов нет. Он по правилам применял силовой прием, но в этот момент хозяев. В прошлом году. И опасный момент. Бросок 2-1. Отличная пауза. И Виктор Бобров выводит Атлант вперед. За 3,5 минуты до конца второго не крыл. И верхом над голкипером Дмитрий Упер шайбу отправляет в ворота. Пас на ход. Очень неплохо. Иргал. Удаление будет. Удаление опять отправится на... Имеет 10 штрафных минут. И это не дисциплинарное удаление. Это вот 12 теперь. Иргал. Пивку на Иркла. Иркл через защитника. Бросок. Добивание. И 2-2. Дубль Тиму Лайне. Крайчик мощно бросил. Шайба рядом со штангой пролетела. Кстати, успел даже подпрыгнуть Тиму Лайне. Успел развернуться. Да. С другой стороны отскок ждал Константин Барулин. Мелешко. Шайба в ловушке у Барули. Очка для своей команды, если переиграет Андрей Мезин. Какая пауза и шайба в воротах. И 2 очка. Атлант зарабатывает, прерывая свою неудачную серию из 3 поражений подряд.